Говорит, ну вот приехали мы домой, раздевайся. Построили дом уже. Ой, давайте, 2,5 ляма, заезжайте. Не, вот так вот прикольно, мне вот нравилось, ну, как бы. Там только как-то сделано, вот а там без перегородки. Тут у нас сейчас получается тут тубик. Маленький туалет, да? Что-то бойлерное, я не понимаю. Тут бойлерное, может, я бы здесь бы бойлерное бы сделал, что где? Ну нету как-то бойлерное. Вот она, наверное, получается. Моя комнатка. Нет, вообще там бойлерная. Судя по окну. Должно было быть. Это каменец 3, по-моему, называется. 40 тысяч, короче, в месяц по кредиту, если брать. Где ты говоришь, не так сделано? Ну, здесь, видишь, открыто. Все. Где? Ну, вот здесь открыто. Да тут можно каркас поставить, да загородить. Ну, я просто тебе говорю, что как-то это... А где кровати? Тут можно еще 3 комнаты сделать. Мало. Кровати. Тут по-моему, ну, получается как кухня. Сено считается, может быть, кровати наверху там. А здесь что, на второй этаж, что ли? Здесь как столовая. Кухня, столовая. Нет, вот буст прикольно, да, и поделки нормально смотрится. Ну, да. Я думаю, ну, как то бы... есть его можно ничем не... Да, его просто вот я зашкурил, и вообще будет защитить тоже. Покрасил, только не в белый, да, что-нибудь потемнее. Ну, да. Или в двухцветный. Ну вот, 2,5 ляма, безо всего. Окна, я вот не знаю, окна где входят, то у них нет. Возьмите, Вань, кабинет 3. Что? Видишь, она прям фактуру сразу идет, да, вся работа? Балчук 3. Можно все взять так, посмотри. На второй этаж. Были уже, нет? Нет, не были. Вы выиграли этот дом, забирайте. Самый вывоз. Красный, красный. Нет, это сразу. Артур, Артур. О, мама, это моя точно комната. Продажи земли, ну что? Что здесь? Здорово. О, еще одна туалетная. Ну тут, там тоже комната, да? Да. Здесь, наверное, там. Нет. Ну тут такая маленькая, да. Моя. Ну, вот так прикольно, да, мне понравилось. Выключи. Ну, побольше, да. Ручкой берем. Берем. Ставьте лайки. А как выключить-то?